Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. Одна из главных мыслей, которые хочется передать в этой серии проповедей, заключается в следующем. Мы годами учились в вере разбирая определенные принципы. Мы узнали о вере, необходимой для исцеления, о вере, необходимой для освобождения, о вере, необходимой для того, чего вы ожидаете от Бога. Но вот что нужно понять. Все это дано нам благодаря крови Иисуса Христа. Если бы не кровь Христа, все то, что мы сегодня можем иметь, оставалось бы для нас недоступно. Если бы не Его кровь, у нас не было бы возможности получить исцеление, пережить освобождение, сделаться праведными перед Богом, получить доступ к Божьему престолу, куда мы способны входить с дерзновением. Мы не имели бы возможности знать Его волю и обогатиться всяким познанием и разумением духовным, переживать присутствие Святого Духа, иметь мудрость Божью, получать ответы на молитвы, если бы не кровь Христа. Мы знаем об этих своих привилегиях и научились верить в них. Но очень немногие христиане научились верить в кровь Христа, которая открыла нам доступ ко всему этому. Именно вера в кровь говорит о том, что мы почитаем Христа, и Бог не замедлит ответить тем, кто с почтением относится к Его крови, тем, кто проявляет веру в Его кровь. Вера в кровь Христа — это когда мы знаем, что она для нас совершила. Вера в кровь Христа — это когда мы знаем, что ею скреплено ради нас. Если вы не знаете или не понимаете, что совершила кровь, нелегко верить во что-то, когда не знаешь, что это дает. Трудно верить во что-то, если ты не понимаешь, что этим достигнуто. Итак, вера в кровь Христову заключается в том, чтобы знать, что сделала эта кровь, что она совершила, что она дала нам. Вот это и есть вера в кровь Иисуса. Я говорил, что для того, чтобы сила крови принесла нам пользу, нужно выполнить четыре условия. Во-первых, вы должны знать о ней, знать, что сделала эта кровь, что она совершила, какие открыла возможности. Нам уже известно, что благодаря крови Христа нам открыт вход в присутствие Бога. Это мы знаем. Мы знаем, что посредством крови Христа мы получаем прощение грехов. Мы знаем, что кровь Христа дает нам доступ к Божьим благословениям. В общем, есть факты, которые необходимо знать о крови Христа, чтобы ее сила подействовала на нас. Во-вторых, нужно верить. Необходимо верить. В Библии говорится, по вере вашей да будет вам. Нам будет дано по нашей вере. Если у вас нет веры, что кровь Христа сделала то, что сказано, что она дала нам то, что сказано. Знайте, вам будет по вере вашей. Итак, нужно не просто знать факты, но верить в них. Третье. И это встречается далеко не часто. Нужно применять кровь к себе. Иными словами, нужно усвоить, что выход из всякой проблемной ситуации в нашей жизни всегда в том, что было достигнуто посредством крови Христа. Вы должны сказать, «Господи, я верю, что побеждаю верой в кровь Христову». Я верю, что получаю исцеление верой в кровь Христову. Я верю, что получаю здоровую семью верой в кровь Христову. Здоровое тело верой в кровь Христову. Я верю, что получаю работу, которая мне нужна верой в кровь Христову. Я верю в спасение своих детей, в то, что они будут служить Господу по вере в кровь Христову. Я верю, что получаю освобождение верой в кровь Христову. Теперь для вас все сводится к крови Христа. И это правильно. Вы применяете ее к себе. Что бы ни случилось, вы сосредотачиваетесь на крови Христа. Что бы вам ни было нужно, вы сосредотачиваетесь на крови Христа. Это и есть личное применение. Теперь это ваше. Вы прибегаете к ней во всех житейских ситуациях. Отец, я принимаю от тебя все, что мне на сегодня нужно, верой в кровь Иисуса Христа. Я принимаю освобождение от долгов, веры в кровь Иисуса Христа. И вот так, во-первых, вы высвобождаете свою веру. Во-вторых, все небеса получают команду немедленно уделить внимание тем, кто чтит Христа, почитая Его кровь. Вот почему это такое мощное оружие для нас в эти последние времена. Потому что кровь Христа раз и навсегда решила вопрос с сатаной и нанесла ему поражение от которого он уже не оправится. Но если вы забываете об этом и не используете кровь против него, вы проигрываете. Всякий раз, когда враг видит верующего, который понимает силу крови, он в страхе, потому что хорошо знает, что ничем не может противостоять тому, что совершила кровь Христа против дьявола и ада. Итак, мы каждый день применяем кровь Христа к себе, Отец, спасибо, что благодаря крови Христа я сегодня хорошо выспался. Спасибо, что благодаря крови Христа я имею мудрость и разумение от Бога. Спасибо, что благодаря крови Христа я свободен от осуждения и чувства вины. Делайте это снова и снова. И ваше мышление будет обновляться по отношению к крови. И вы будете осознавать силу крови Христа настолько, что любой вопрос в жизни будет решаться благодаря ей. Если вы понимаете это, скажите аминь. На прошлой неделе мы начали разбирать такой вопрос. В первом послании Петра говорится, что мы искуплены не тем, что тленно. Искуплен значит освобожден, отпущен на свободу, потому что за тебя уплачен выкуп. Иными словами, кто-то купил вашу свободу. За свободу было дорого заплачено. И цена нашего избавления, слава Богу, это великая цена. Она стоила Богу самого ценного на небесах. И эта великая драгоценность, кровь Христа. И Иисус заплатил за нашу свободу, за то, чтобы вырвать нас из лап дьявола и избавить от проклятия закона. Мы искуплены из-под власти дьявола. И когда дьявол пытается толкнуть вас на путь греха и убедить, что вам не вырваться, что вам никогда не избавиться от этой греховной привычки, это время воззвать крови Христа. И вы должны знать, вы можете сказать дьяволу, «Погоди-ка, что значит мне не выбраться? Я уже избавлен. Я взят из царства тьмы и введен в царство возлюбленного сына. У тебя нет больше надо мной власти». В Библии сказано о дьяволе, что он ходит, ища, кого ему удастся обмануть. Он может обмануть того, кто этого не заметит. Незнание способно сделать вас жертвами сатанинского обмана. Он хочет разрушить вашу жизнь, но если вы знаете о крови Христа, знаете, что вы искуплены, знаете, что за вас заплатили выкуп, знаете, что эта цена принята, и что дьявол больше не имеет над вами власти, вы скажете, «Нет, я не буду, не буду делать того, чего не хочу. Ты не можешь меня заставить делать то, чего я не хочу. У тебя нет больше такой власти. Вас никто больше не заставит пить, курить, смотреть порнофильмы, изменять мужу или жене и все такое прочее. Поэтому, когда приходит искушение или обольщение, вы призываете кровь. Призывайте кровь. Я призываю кровь Христа, а ты иди своей дорогой. Второе, что мы рассматривали на прошлой неделе. Это как кровь Христа изглаживает грех. Дамы и господа, когда вы рождаетесь свыше, кровь Христа не покрывает ваши грехи, и они не остаются где-то там под кровью. Кровь Христа вырывает грехи с корнем. В Библии говорится, что грехи наши будут удалены от нас, как запад от востока. Запад с востоком никогда не сойдутся. Никогда. Ваши грехи ввергнуты в море забвения. Бог не вспоминает о них и вам их вспоминать не надо. Их нет. Вам надо перестать возвращаться в прошлое и снова подбирать то, что уже вырвано и выброшено прочь. Я говорю, хватит жить прошлым. Хватит говорить, я недостоин. Вы просто не знаете, каким я был. Бог знает, каким ты был. И если Он забыл об этом, может быть, и тебе пора забыть. Аминь. Сегодня мы будем продолжать эту тему. Почему кровь Христа так драгоценна? Во-первых, потому что она искупает. Во-вторых, потому что она изглаживает наши грехи. А сейчас будет третье. Давайте обратимся вместе ко второй главе послания Ефесянам. Ефесянам вторая глава. У нас есть хороший повод для радости. Слава Богу. И я надеюсь, что вы увидите его в свете того, что говорит об этом Писание. Итак, Ефесянам вторая глава. Третья причина, по которой кровь Христа так драгоценна, это потому, что она приводит нас в общение с Богом. Посредством крови Христа мы вступаем в общение с Богом. Нам с вами придется вернуться в прошлое, чтобы посмотреть, как обстояло дело раньше, чтобы вы были способны оценить по достоинству то, что совершила кровь Христа. Видите ли, кровь Христа приводит нас в безликие отношения с Господом Богом Всемогущим. Вот что необходимо понять о Боге. Бог свят. Он свят. Я не знаю, что вам говорят те, кто учат вас жить, но Бог все равно свят. У него не бывает компромиссов. Бог свят и не имеет ничего общего с грехом. Я сказал, Бог свят и грех не имеет к нему никакого отношения. И будучи насквозь греховны, мы были отделены от него. Так грешны, что между им и нами был разрыв. Когда и в Эдемском саду случился грех, Бог не мог иметь с этим ничего общего. Поэтому Адам был изгнан из сада. Между Богом и человеком пролегла пропасть. Но знаете, что произошло Ефесянам, 2 глава, стихи 13 и 14? Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Без надежды и без Бога. Ни надежды, ни Бога. Вот как все было плохо. Без надежды и без Бога. Но смотрите, что происходит в следующем стихе. «А теперь во Христе Иисусе...» Скажите, «А теперь...» «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки как? Кровью Христовою. Вы стали близки крови Христовой. Произошло следующее. Человек согрешил. Это внесло огромный разрыв и разделение между человеком и Богом, потому что Бог свят и не может иметь ничего общего с грехом. Но теперь кровь Христова заполнила эту пропасть между Богом и всеми нами. И сейчас для нас сделалось возможно близко общаться со всемогущим Богом. В Ветхом Завете, после того, как Адам согрешил, все было не так. Там говорится, что один только первосвященник мог входить в святой святых в Скинии. В Скинии был внешний двор, внутреннее святилище, а дальше, за завесой, святое святых. Это место за завесой. То место, где было Божье присутствие. Шикайна. Слава Божья. Осязаемое Божье присутствие. Аллилуйя. И первосвященник мог пройти за завесу одним единственным способом, если был полностью покрыт кровью животного. Крови Христа тогда еще не было. Поэтому священника должна была полностью покрывать... Не знаю, слышали ли вы такое учение. В общем, его должна была полностью покрывать кровь. А к ноге он привязывал веревочку, на которой висел колокольчик. На случай того, если он окажется покрыт ею не полностью. Представьте, что он забыл помазать кровью спину. И это происходило только раз в году, Заходить за завесу можно было только раз в году. И его должна была покрывать кровь животного. Если он падал замертво и колокольчика больше не было слышно, никто не говорил ⁇ Схожу-ка я за ним ⁇ Они тянули за ту самую веревку и вытаскивали тело. Настолько серьезно обстояло дело. Войти в Божье присутствие можно было только покрывшись кровью с головы до ног. И всего лишь раз в году. Надеюсь, вы меня слышите. Но когда Иисус Христос умер и пролил свою кровь, Он открыл путь во святое святых. В Библии говорится, что в момент Его смерти завеса в храме разорвалась. Она порвалась надвое. Это указывало, что смерть Его открыла нам прямой путь в присутствии самого всемогущего Бога. Слышите, что я говорю? что теперь у нас есть доступ в Его присутствие через кровь Христа. Сейчас всякий, кто верит в кровь Христа, может прийти к Богу в любое время дня и ночи. О, Господь! Потому что Христос, наш первосвященник, открыл нам этот путь посредством собственной крови. И мы сейчас имеем свободу и дерзновение Входить во святой святых через кровь Христа. Мы способны вступить с Богом в близкое общение. Мы можем ясно и четко слышать Его голос. Мы можем излить Ему свое сердце в молитве и получить ответ. Знаете, для некоторых людей, даже для христиан, это проблема. Ты что, хочешь сказать, что ты с Богом разговариваешь? Знаете, я не только разговариваю с Богом. Я имею право приходить в Его присутствие. Имею право. Ты что, такой святой? Нет, вы не понимаете. Я прихожу туда не на каком-то собственном основании. Я прихожу на основании крови, которую пролил Иисус Христос. И Он не может меня не впустить. Для меня открыт доступ в Его присутствие. У древних священников Его не было, а у меня есть. Аллилуйя. У вас есть доступ. Аллилуйя. Вам не надо записываться на прием и ждать, пока он ответит на вашу заявку. У него никогда не занят телефон. И сам он никогда не бывает настолько занят, чтобы не иметь возможность поговорить с вами. Благодаря крови Христа вы можете войти в его присутствие. Вот что необходимо понять. Но посмотри, кто ты такой. Смотри, что ты наделал. Смотри, на что похожа твоя жизнь. Но Бог говорит, я знаю, кто ты такой, я знаю, что ты наделал, я знаю, что творится у тебя в жизни. Но если ты приходишь через кровь Христа, я впускаю тебя в свое присутствие, что бы там у тебя ни творилось в жизни. Поэтому, когда я молюсь... Я начинаю с того, что взываю к крови Христовой. Потому что мне нужно войти в Его присутствие. Понимаете, о чем я? Раньше я часами разговаривал сам с собой и производил много шума. Но мне нужно в Его присутствие, и для этого не нужно молиться три часа. Я вам сейчас покажу, сколько для этого надо времени. Я покажу, сколько нужно времени, чтобы войти в Божье присутствие. Смотрите. Смотрите, сколько ему нужно молиться, чтобы войти в Божье присутствие. Отец посредством крови Христа я прихожу к Твоему престолу. Вот, я и пришел. Я уже там. Я в Его присутствии. Я в Его присутствии не потому, что что-то ощущаю. Не потому, что у меня идут мурашки по коже. Я в Его присутствии потому, что уповаю на кровь Христа. Я в Его присутствии потому, что Он сказал, что я могу так делать. И я верю в то, что Он сказал. И делаю, как Он сказал. И прихожу в Его присутствие. Аллилуйя. Многие христиане ждут, пока не почувствуют что-то особенное. Но я оказываюсь в его присутствии, потому что пришел сюда посредством крови Христа. И когда дьявол говорит, ну ты же не чувствуешь его присутствие, скажите ему, эй, для меня не имеет значения, что я чувствую, и для Бога не имеет значения, что я чувствую, а имеет значение кровь Христа. Я в Божьем присутствии, завеса разорвана, ничто не отделяет меня от Бога. Аллилуйя. И Иисус разорвал завесу и сказал, идите сюда, идите сюда, идите домой к Отцу. И я хочу, чтобы вы знали, как только вы окажетесь в Его присутствии, Он начнет разбираться со всеми вашими погремушками. Достаточно прийти в Его присутствие, и вас там ждут ответы, там ждет освобождение, там ждет устройство, там нет осуждения и чувства вины. В его присутствии не устоит никакая депрессия, никакая болезнь, никакая вина. В его присутствии приходит свобода. Пойдемте со мной в дом отца моего. Простите меня, что я это кричу, но я просто не могу спокойно думать о том, что у меня есть доступ к нему. Кто-то скажет, этого нет в Библии. А вот и есть. Вы просто не читаете послание к евреям. Евреям 10 глава. А что там? А там у меня особое приглашение на встречу к Богу. Не к президенту. У меня есть все официальные основания, чтобы явиться пред лицо Бога. Для того, чтобы явиться на прием к президенту, надо выполнить все необходимые формальности. Но у меня есть все необходимые основания, чтобы явиться в присутствии самого Бога. Это кровь, кровь Христа. Евреям 10. Я вовсе не собирался сегодня так громко орать. Извините меня, я честно пытаюсь сдерживаться, пытаюсь говорить спокойно. Но как только речь заходит о крови, Когда я думаю, что было бы со мной, и о том, что Он для меня сделал, когда я думаю о том, что Он пролил свою кровь, потому что Он смотрел на много поколений вперед и знал, что нам с вами понадобится доступ. Я постараюсь успокоиться и говорить нормально. Я правда постараюсь. Но я сегодня что-то знаю, во что-то верю, и применяю это в своей жизни, и ожидаю чуда. И это четвертое, что нужно делать. Я ожидаю чуда. Я ожидаю, что получу все, что могу иметь благодаря этой крови. Когда я призываю кровь, я ожидаю результата. Когда я призываю кровь Христа на своих детей, они должны изменяться. Когда я призываю кровь Христа на своих прихожан, они должны изменяться. Когда я призываю кровь Христа на свои денежные дела, они должны изменяться. Я не собираюсь тревожиться и не спать ночами. Я буду призывать эту кровь и опираться на эту кровь и приходить в Его присутствие посредством этой крови. Извините, что кричу. Завеса разорвана. Завеса разорвана. Завеса разорвана. Слава Богу. Спасибо, Господь. Я могу приходить в Твое присутствие. Мне не надо петь для этого стоп псалмов. Я могу просто прийти в Твое присутствие. И когда оказываешься в его присутствии, так и хочется петь. В послании евреям 10.19 говорится, «Итак, братья, имея дерзновение, или поскольку мы имеем полную свободу и уверенность, поскольку мы имеем полную свободу и уверенность, вот что означает дерзновение, полная свобода». Но что толку иметь полную свободу, если у вас нет уверенности, что вы имеете полную свободу? что толку иметь доступ если нет уверенности что у вас есть доступ никакого толку вы никогда им не воспользуетесь потому что у вас нет уверенности Если вы начнете смотреть на свою жизнь и говорить Господи я не достоин прийти в твое присутствие никогда не говорите так потому что кровь Христа сделала вас достойными я достоин войти потому что у меня есть его кровь и у меня есть уверенность. Дорогие мои, это ключ. Вы можете знать факты о крови Христа без уверенности в них, но без уверенности вам не будет от них никакой пользы. Вам нужно жить с уверенностью, что вы знаете, что вы знаете, что у вас есть кровь Христа. И вам нужно укреплять эту уверенность. Аллилуйя. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, посредством крови Иисуса Христа. Вы входите туда посредством крови Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам, осветил и открыл для нас, через разделительную завесу, то есть плоть свою и имея великого священника над Домом Божьим. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести. И а мы в тело водою чистою будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Скажите, я имею доступ в Божье присутствие посредством крови Агнца. Аминь. Если завтра утром вы проснетесь и будете чувствовать себя нехорошо, идите туда. Идите туда. Я вам гарантирую, что когда вы выйдете оттуда, вы будете чувствовать себя по-другому. Как бы вы ни были разбиты или потеряны, идите туда, в Его присутствии, полнота радости. Пребывайте в Нем. Смотрите, вот Он. Эль Шаддай, вседостаточный Бог. Он обладает неистощимыми запасами всевозможных благ, которые способны восполнить любую вашу жду. Он щедр сверх меры. Так стоит ли довольствоваться минимумом, если Бог стремится щедро одарить вас? Если вы хотите получить книгу Крефла Доллара «Помазание Эль Шадая от нас в подарок», сообщите нам об этом любым удобным для вас способом. Вы смотрели программу «Изменяющий твой мир». Крефла и Тейфи Доллар благодарят вас за внимание и время. Мы молимся, чтобы эта проповедь помогла вам добиваться результатов во всех сферах вашей жизни. Если вы желаете получить больше информации о служении Крефла Доллара, свяжитесь с нами по адресу, указанному на вашем экране. Мы заранее благодарим вас за то, что вы помогаете нам оставить неизгладимый след в этом мире. А также посетите сайт mediamir.org.